Недавно разговаривал с товарищем, и он задал мне вопрос, а как изменить свою жизнь? И этим вопросом задаются очень многие люди, как изменить свою жизнь? Человеческая психика сделана таким образом, что человек повторяет изо дня в день, из года в год одни и те же действия. Но, как известно, делая одно и то же, очень сложно получить другой результат. Самый простой и первый способ изменить свою жизнь, доступный способ, это добавлять новые полезные привычки. Наша жизнь состоит практически из одних и тех же рутинных действий. И чтобы изменить ее, мы должны изменить эти маленькие шажки, эти маленькие действия. Добавляя полезные привычки, меняя по чуть-чуть каждый свой день, мы в корне можем изменить свою жизнь, направление своей жизни, течение этой жизни. Для этого самое простое первое – изменить свое питание, изменить режим сна и бодрствования, добавить тренировки, если их нет, осмотреться, четвертое, окружение какое у тебя, убрать лишних и ненужных людей, которые тянут тебя на дно. Начать читать книги, соответственно, очень сильно изменится кругозор и очень сильно изменится, скажем так, мысли в первую очередь. Все начинается у нас здесь. А когда поменяются мысли, поменяется мировосприятие и взгляд, можно посмотреть на свою жизнь со стороны и посмотреть, что ты делал не так. Как только ты применишь все эти новые, скажем так, для тебя позиции и посмотришь на свою жизнь со стороны, ты сможешь сделать выводы и понять, в каком направлении тебе двигаться. И самое главное, ты должен поставить какую-то цель. Ты поставил цель, добился ее. Следующая цель, добился ее. Следующая цель, добился ее. И тогда ты свою жизнь изменишь в корне. Надеюсь, в лучшую сторону. Всех благ, мой друг.